В Актау состоялось торжественное открытие первого универсального офиса международной компании Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, инвестиционно-банковские, андеррайтинговые и страховые услуги через свои дочерние компании. В церемонии приняли участие главный исполнительный директор холдинга Тимур Турлов, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Современный офис расположился по адресу 17-й микрорайон, здание 22, бизнес-центр «Урбан» и отвечает высоким современным стандартам обслуживания клиентов. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости! Открывается еще один бизнес-субъект, который будет оказывать финансовые услуги населению, актаусам, гостям города. И в этой связи мы уверены, что условия конкуренции и это учреждение, этот банк будет оказывать те необходимые финансовые услуги, которые требуются для их клиентов. При этом, конечно, нам хотелось бы, чтобы вы обратили и на финансовую грамотность клиентов, и рассчитываем, чтобы вы будете проводить необходимые семинары, тренинги, для того, чтобы ранее не столкнувшиеся граждане имели возможность прикоснуться к новым услугам, которые вы предоставляете. В универсальном офисе будут доступны все банковские, офлайн, онлайн, цифровые услуги, открытие ячейки, депозита, пополнение счета для осуществления брокерских операций, покупка комплексного решения Freedom Box для индивидуальных предпринимателей с бесплатным терминалом, возможностью продавать в рассрочку и многое другое. В настоящее время холдинг оцифровывает все имеющиеся продукты, услуги и создает новые уже по современным стандартам, учитывая при этом пожелания казахстанцев и необходимость наличия офлайн-офисов для потенциальных и действующих клиентов. А у нас объективно одно из лучших в мире сейчас цифровых правительств, по крайней мере, по интеграциям с финансовыми организациями. Нигде в мире больше нельзя взять ипотеку полностью онлайн, когда при выдаче ипотечного кредита абсолютно не участвуют сотрудники банка, когда весь процесс происходит полностью в автоматическом режиме, когда все проверки, оценка недвижимости, проверка доходов, кредитные истории и всех-всех-всех остальных параметров происходит полностью в онлайне, а от клиента, по сути, требуется только биометрическая идентификация, его номер телефона и его ИИН. И это зачастую достаточно, чтобы оформить ипотечный кредит. И ровно так уже сейчас каждый день оформляется 100-150 ипотечных кредитов в Казахстане. Freedom Bank является лидером по выдаче цифровой ипотеки в рамках государственной программы 7-20-25, выдав более 5000 займов на общую сумму 82,1 миллиардов тенге всего за 6 месяцев запуска цифровой программы. Кроме того, по итогам августа в рамках госпрограммы банк лидирует по доле выданных займов по всему Казахстану – более 58%. Теперь жители Актау и гости города в формате одного окна, экономя время и ресурсы, могут получить квалифицированную консультацию по продуктам, предлагаемым холдингом. Жанна Ермагомбетова, Надыржан Спандияр, новости.